Доброго ранку! В ефірі програма «Рано вранці» та рубрика «Ваше здоров'я». Теплі літні сонячні дні часто перетворюються на періоди спеки. Висока температура повітря – це серйозне навантаження на організм, яке виснажує людину морально і фізично. Про те, як адаптуватися до аномальних проявів літа, зберегти сили для повсякденних справ і, головне, уберегти здоров'я у спекотні дні, ми поговоримо з гостем нашої програми, лікарем-терапевтом Борисом Скачком, автором книги «Як вижити у літню спеку». Вітаю вас. Добрий день. Як спека впливає на здоров'я людини? У чому небезпека перегріву? Ну, самая большая опасность со стороны сердца и сосудов. Они обеспечивают циркуляцию крови. Если кровь становится более густой, могут быть любые нарушения от потери сознания до потери жизни. Потому что перегревание может вызвать либо острую остановку сердечной деятельности, либо инфаркт, либо инсульт. Все зависит от того, где было самое слабое место. Поэтому во время летней жары нужно правильно изменения вносить в свой образ жизни, а не только больше пить воды. А якими мають бути ці зміни? Розкажіть. Вот. Первое, он должен вести более спокойный образ жизни. То есть все стрессовые ситуации, они должны уйти в сторону, либо человек должен переоценить значение этих ситуаций для себя. Второе, нужно снизить уровень двигательной активности. Мышца во время работы вырабатывает тоже тепло, а в летнюю жару очень тяжело отдавать тепло, когда температура окружающей среды более чем 30 или 33 градуса по Цельсию. Чем выше температура, тем тяжелее отдавать тепло и легче перегревается организм. Поэтому стрессы убрали, мышечную нагрузку убрали, регулируется питание. Нужно убирать белковую пищу, особенно животного происхождения, ну и растительное тоже вредит. До речі, стосовно харчування та вживання води, часто люди вживають дуже холодні напої та їжу, щоб охолодитися. Але потім це призводить до застуди або ангіни. Отож, що необхідно робити, яку їжу та напої можна вживати все ж таки? Що ви порадите? Совершенно вірно. В холодному виді ні напітки, ні їду употребляти не стоїть, тому що вона охлаждає верхні дихальні путі, може бути, и ангина, и трахеит, трахеобронхит легко и просто. Это как минимум начинается. А дальше могут быть любые варианты. Поэтому вся еда в летний сезон должна быть тепленькой. Горячая не нужна, она приносит слишком много тепла. Холодная может вызвать вот такие проблемы. Вот. Что касается напитков, то напитки, многие считают, что вот выпью там литр, там пол-литра холодного напитка и способствую охлаждению своего организма. Не произойдет этого. По той простой причине, что количество выпитых напитков и масса тела человека, они серьезно отличаются. И невозможно снизить даже на полградуса так температуру тела и охладиться. Поэтому так не нужно делать. А водичка должна идти в теплом виде, лучше в виде соки, лучше компотики есть, какие-то супчики такие овощные, постные, без мяса, без птицы. В этом случае охлаждаться будет проще. Потому что температура окружающей среды выше, чем плюс 24 градуса по Цельсию, уже нужно думать, как охладиться, а не как согреться. А еда согревает. Кондиціонери рятують нас у спеку, але при неправильному використанні вони викликають застуду або навіть небезпечні хвороби легень. Як правильно використовувати кондиціонер, якою має бути температура? Температурний режим на кондиціонері нужно виставляти не ниже, чем плюс 24 градуса по Цельсию. Очень высокий контраст иначе получается. Когда на улице там 30 с хвостиком, а в помещении там ставят меньше 18, слава богу, поставить нельзя, но эта нижняя точка зоны теплового комфорта, она вредит. Потому что слишком большой контраст, организм начинает уже тут переохлаждаться, жестко это. Второе, чтобы сделать воздух такой температуры, нужно сделать его суперсухим. И вот здесь появляется жесткая проблема со стороны органов дыхания. Воздух попадает в дыхательную систему сухой, а выделяется из дыхательной системы, с водой. То есть организм таким образом тоже теряет воду, хотя человек этого не видит. И вот здесь может образовываться в легких густая слизь, перекрываться любой калибр бронхов и, соответственно, развивается пневмония. А які ще поради ви можете дати тим, хто погано відчуває себе у спеку, хто важко переживає спеку? Плохо переживають літню жару ті, хто плохо к ній готовиться. К ней нужно просто правильно готовиться. Когда смотришь телевизор, рекомендуют, пейте больше воды, плавайте там в воде, в бассейне в каком-то, охлаждайтесь. Это очень плохие рекомендации. Вода вторична в этой системе. А первично образ жизни человека, в котором эмоциональный комфорт. И посмотрите на восток. Люди садятся в медитацию. Больше того, он садится в позу там лотос и расслабленным сидит.
Эта поза дает возможность сидеть при состоянии расслабления мышц, когда вырабатывается минимальное количество тепла. Больше того, летом запрещены тонизирующие напитки, особенно в жару, чай, кофе. Кофеин тоже стимулирует обмен веществ и увеличивает образование тепла. А потом как его избавиться? А избавляться можно только одним путем, это вода. Это основной путь охлаждения организма. Летом нужно аккуратно относиться к алкогольным напиткам. Я бы их исключил полностью, по той простой причине, спирт содержит 7 пустых калорий. Если белок, вот о котором я говорил в начале, что нужны белковые продукты, мясо, рыбу, птицу, яйца, там бобовые, горох, фасоль, все это нужно ограничивать, потому что слишком много белка, слишком греется обмен веществ, то с точки зрения алкоголя тут ситуация еще круче. От белка в организме остается 5 килокалорий. И они медленно выделяются в организм в течение 4-5 часов. От спирта остается 7 килокалорий, которые выделяются в организме буквально в течение ближайшего часа. И вот здесь быстрое перегревание, и очень легко умереть. Если посмотреть на то, как употребляются алкогольные напитки в области экватора, то там практически их никто не пьет из местных. Приезжие пьют, особенно когда все включено. Но этим жестко рискуют. Ясно. Дякую вам за поради. Шановні телеглядачі, нагадаю, що сьогодні гостем нашої рубрики був лікар-терапевт Борис Качко. На цьому час прощатися. Бережіть себе. Бувайте здорові!